Лига студентов Республики Татарстан отмечает свое 25-летие, такой своеобразный юбилей. Собраться всем составом лиги, конечно же, не получилось. Все-таки это более 150 тысяч человек. Зато собрать 500 самых ярких личностей все же получилось. Празднование юбилея прошло в концертном комплексе «Пирамида». На день рождения Лиги студентов собрались самые важные люди, отвечающие за молодежную политику в республике. Основатели Лиги студентов, лидеры студенчества Татарстана, представители правительства и люди, причастные к развитию Лиги на всех этапах ее истории. Это пример той организации и пример в действии нашего принципа «Ничего для молодежи без самой молодежи», потому что все, что реализуется этой организацией, оно придумывается студентами. И затем, наверное, это и является вот секретом ее успеха, потому что каждое новое поколение студентов, они приносят что-то новое. В рамках празднования 25-летия Лиги сотрудники КФУ, которые принимали активное участие в развитии Лиги студентов, были удостоены государственных наград. Проректор по социальной и воспитательной работе Ариф Межведилов, который был первым президентом Лиги студентов на протяжении 10 лет, награжден медалью за доблестный труд. Также награду получила директор департамента по молодежной политике Казанского федерального университета Юлия Виноградова. Она посвятила молодежной политике более 17 лет и сделала это направление студенческого активизма популярным в университете. За свои достижения она была удостоена медали «100 лет образования Татарской автономной Советской Социалистической Республики». В праздничной программе приняли участие ведущие творческие коллективы Казанского федерального университета. Ансамбль народной песни «Зорница», вокальный ансамбль «Грейс», танцевальные коллективы «Ювел Дэнс», «Виртус Крю» и «Фэнти», а также хор Института международных отношений. За 25 лет Лига студентов Республики Татарстан выросла и стала мощной общественной организацией. Сейчас Лига студентов готовит план мероприятий на 2022 год, который в Татарстане объявлен годом цифровизации. Роберт Хасанов, Хафиз Гараев, Универньюз.